Всем привет, с вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей-канал. Я продолжаю проходить игрушку под названием Overlord 2. Итак, в прошлой серии меня вот в этом месте злополучно завалили стражники. Ну вот, как видите, у меня уже нет маны. Практически у меня не было жизни. О, черт! Вы просто этого не видели, но сейчас, скорее всего, у меня так и будет. Что практически не будет жизней. Да нет, все нормально. Так, ребят, спасите нашего. В общем, за мной, я тут по всей карте бегал кругами, вот. Где мы тут? Вот здесь вот так вот кругами буквально бегал, от стражников сюда бежал, вот так вот. Тут вот нарезал круги, чтобы найти бочки с жизнями или с маной. И, в общем, именно выживал в этой канализации. Больше сказать не знаю как. Потому что действительно больше никак и не скажешь. Так, тут я вижу, можно нам проход открыть, даже не знаю, зачем он сейчас нам... Давайте откроем, может тут что-то я пропустил. Перед тем, как выходить, зайдем. Да нет, вроде ничего такого нет. Просто так, наверное, дают нам открыть проход, чтобы мы могли сюда, наверное, вернуться и побегать еще. Ну нет, спасибо, я сюда больше не вернусь. Мне хватило этого. Ну наконец-то автосохранение, мне буквально вот чуть-чуть не хватило до автосохранения. Фух, слава богу, блин, а. Мана жизни. Нет, я сначала перестрахуюсь, бегаю к нашей базе. Возьму себе еще пацанов. Теперь у нас получается полная родня. Так, бурых надо взять. Просто без них никак. Красных пятерик. И зеленых пятерик. Но теперь у нас такой вот комплект из братвы. 4 типа прихвостней, ребят. Это просто жесть. В комбинации они друг друга дополняют и отлично вообще справляются. А, единственное, что я забыл, так к базе подойти и пополнить свою жизнь и дома. Ну ладно, нормально. Пойдет. Там кто-то был жив, они еще пищали. Так. Хорошо, вот и мы себе все и пополнили. Так. Синяя, давайте, ребятки, толкать будете. Наш плод. Хоть какая-то от вас будет польза. Так, а логово спиздили. Отлично. Чего мы добивались все это время? А вот чего мы добивались? Того, что логово украли. Нет, стоп. Синяя, парни, постойте секундочку. У меня есть небольшая идейка. Не идейка. Вау. Что это? Ребята, вы не тонете? Вам нормально как бы, да? Ну ладно. Так, тут просто эти... Есть... Как их называть так? Бочки, что ли? Нет, стоп. Их можно завалить и жизненную силу тут себе найти. Может, не только жизненную силу. Кристаллы, которые мне так нужны, вот уже 28 штук. Это хорошо. Я бы даже сказал больше, это просто отлично, уже 29. А вот это просто замечательно. Так, идем швартоваться. Так, эти штуки мы сбить не можем, но ладно. Так, ну пришвартовались мы, дальше что? Нету логова, украли. Ладно, идем дальше. А, стоп, да, я забыл. Так, разворачиваемся на 180 и плывем туда. А, нет, тут нет ускорения. Тут мы просто выйдем. Вон, видите, там ребятки стоят. Они немного затупили и дали мне передышку, скажем так. Поэтому я выжил. Ага, отлично. Отлично. А, да, красный же у нас есть. А может и пришвартоваться. Why not? Так, парень, сегодня не твой день. Синяя. Так, ребят, все заходим и плывем дальше. Фух! Слава тебе, Господи! Я прошел эту сраную канализацию. Жизнь прожита не зря. Я опять забыл
время засечь. Ну ладно, будем считать, что с этого момента снимаем. Так как там не так уж и много прошло, всего лишь минут 5, наверное, от силы. О, жизненная сила. Так, сейчас мы идем на арену. Это меня может одновременно радовать и одновременно не особо радовать, потому что на арене очень легко помереть и переигрывать ее с самого начала. Но с другой стороны, на арене весело. Жалко, что дополнение с ареной для Оверлорда 2 вышло только на Xbox 360 и на PlayStation 3. Я бы в него поиграл. Здесь вроде такого нет. На компе, я имею в виду. А играю это я на компьютере. Так как у меня нет консолей. Да и больно они мне нужны. Так, единственное, что я забыл, это проверить, идет ли запись. Ну да, все идет. Почему-то я слишком переживаю об этом. Просто опять переигрывать все это не хочется, понимаете? Там еще есть деньги, пацаны. Я сказал, там еще есть деньги. Вы что, уши не моете? Не саму лично за деньгами идти. Совсем охамели. О, да бочки мы ломаем. Деньги брать нет, а бочки да, ну конечно. Логичные, ребята. Так, сюда идите. Арена. Ой, я буду скучать по состязанию. Ага. Как же. Твое место займет какая-нибудь другая гарпия. Так что никто и не заметит. Ну давай, давай. Что тут дальше делать-то надо? А, угу. Слепой я человек. Ну ладно. Цветочки. Уничтожить! Убить! Сломать! Разрушить! Больше я синонимов пока что не помню. Слово разрушить или уничтожить. Тоже сломать. Вот, да, сломать еще есть. Сломать, поломать. Ну, это одна коренная. Ну, ладно, не важно. Не буду вас грузить. Винтовая лестница. Ну, либо ее пародия. Так, еще пока я бегал там по канализациям, я сделал чайка, так что я глотну сейчас. О, хорошо. Сразу жизнь становится немножко лучше с каждой чашкой выпитого чайка. А ведь тут над нами нет колпака антимагии. Ага. Потому что император сам пользуется магией. В цистерне, о величайший император Соляри. Пришло время вашей ежедневной физиотерапии. Не тревожьтесь, обо всем остальном я позабочусь. Окей. О, прибыл наш почетный гость. Я знал, что он не бросит своих слуг. Стража, включить щит и окружить его. Что за хрень? А, ну да, нас сейчас на арену закинут. Твое выступление станет отличным началом состязаний на арене. Блин, если вы смотрители мне так в любой момент могли меня сковать, то почему вы это сделали настолько поздно? Могли бы сделать это намного раньше. Так, у нас сейчас нет ни жизни, ни магии. Мы сейчас выступаем вроде гладиатора арены. Синие. И прихвостни мы будем добывать именно исключительно вот таким образом. Подождите. Здесь можно еще открыть. Давай. С великим удовольствием я, кобыли, полномочный представитель... Так, восстанавливаемся жизнь, даману. Хорошо. Вас не помочить надо, да? Я как бы и не против. Только этого и ждал. А ну давай помирай, ты урод. Ага, кто это еще серийный убийца, вы?
Так, открываем решетку. Здесь дофига гладиаторов. Но нам нужны вот эти вот бочки. Нам надо пополнять нашу свиту, ибо... Как нам показал опыт канализации, в одиночку мы ни хрена не можем сделать. Вот абсолютно. Так, мана у нас полная, жизни нет. Надо сгонять назад. Там, я помню, были баночки с жизней. Нет, они уже исчезли. Ладно. 15 синих прихвостей, которые абсолютно бесполезны. Короче, нам нужно сюда. Как вы видите, колонны, которые поддерживают вот этот вот балкон, они мигают. А это значит... Что значит? Правильно. Это значит то, что нам нужно будет их уничтожить. Так, надо нам собрать силу. Нашу боевую мощь по-быстрому. Так, они уничтожают прихвостней. То нам нафиг не надо, нам сейчас важно вот эти вот поуничтожать бочки. Так, арена. Ох, как давно я здесь не был. Ё-моё, все уже забыл. Тут будет несколько волн. Не, стоп, надо будет вот эти вот бочки уничтожать. Ой, не бочки эти, ворота уничтожать. Так, там ребятки стоят, хорошо. Да нет, тут ничего честного нет, у меня нет армии. Так, нам нужны прихвостни. Вообще там много, ну ладно. Так, хватит там болтать. Первый раунд. Погнали! А, ну да, сначала эти гладиаторы. Слабенькие. Самое важное нам сейчас бурых себе забрать как можно больше. Да ладно, все понимаю, братан. Но надо помирать. Извини, братан. Ничего личного. Здесь все горит или что? Или у меня экран поплыл? Таня, не может быть. Чтобы мне еще экран сломался. Это будет вообще обида обид. Так, ребят, давайте занимаемся тут. Работаем. Я здесь тоже повеселюсь чуть-чуть. Таня, извини, тут уже... А, ну тогда возвращайся в иной мир. Там, думаю, тебе будет повеселей. Так, парни, парни. А, у меня же есть красные. Че я туплю? Красные парни. Намек поняли? Молодцы. Вы выбрали все. Бабах, проходим. Так, синие там стоят. С ним им все нормально. Так, все открывать сейчас не будем. Откроем только часть, остальные оставим. Так, сказал, остальные оставим. А, ладно, уже эти поломали, придурки. Ничего не поделаешь. Просто предел же, 35 прихвостней. Вот теперь больше и брать нельзя. Так, это последний, как я понял, да, гладиатор? Так. Гладиаторы померли. А-ха-ха! Единороги! Единственный раз, когда их можно увидеть, это именно вот здесь. Но они очень сложные, я хочу вам сказать. Ну, вот этим вот они очень сложные. Ну, в принципе, они горят тоже неплохо. Но они очень трудные. Это, кажется, единственный раз, когда можно их в игре увидеть. Но они, сука, бегают очень сильно. И раскидывают прихвостней. Но против меча ты ничто! И да, с них падают эти кристаллы. Синие.
Синие воскрешаем наших. А вы мочите их. Мочи, мочи, давай, ребят. Я вам тоже... О, загорелась скотина. Никто не хочет жареной конятинки. Хорошо. Я пока ее приберегу на будущее. Так, опять эти здоровые придурки. А, черт. Я вот не помню, как его валить здесь. А, его, кажется, надо просто встанить. Давай, иди сюда. О, черт, не таким образом встанет, чтобы он по всем пробежался. Сука. Охренеть, сука подохла, а. Синие, работаем. Да умри давай. Работаем, работаем, ребят, отходим. Отходим, ну ё-моё, ребят. У нас вроде сейчас хватает. Так, пусть он бежит в стенку. Нет, он не ударился в стенку. Синие, работаем. Надо, чтобы он в стенку влетел. Так, пусть он там пока веселится, мы здесь прихвостни освободим. Так, парень, давай умирай. Давай, давай, загорайся. Хорошо, проходим, работаем, работаем. Так, 31, 34, 35. Все, вся шайка в сборе, скажем так. Я знаю, что я справлюсь, но не сейчас. Мне нужно немножко времени. Потому что эта махина где-то там бегает. Не, с экраном у меня все нормально, на самом деле. Это просто эффект какой-то жары или что-то такое. Так, там тот чувак веселится, нормально. Он сейчас в стенку влетит и вмажется. Е-е, мочим его, мочим, пока не стекло время. Давай, давай, давай. Он охрененно горит и охрененно зеленый его долбят. Давай, зеленый, не слазь с него. Горить, горить, горить. Е-е-е! Кто там себе пушку его заберет? Молодцом. Синий? Нет, синему она нафиг не нужна. Еще! Сначала надо завалить этих... блин! Карлики! Че как они там? Ну, короче, гномы взрывающиеся. Вот где хардкор зарыт. Надо завалить эту лошадку первым делом. Она самая... опасная в данный момент. Так, зеленая, давайте. На вас тут очень большая надежда, если вы не знали. Есть, готова, скотина. Так, отходим. Вы куда там к страже побежали? Синяя, синяя, синяя. Блин, наши дохнут. Надо жизненную силу пособирать. Обалдеть. Ну чё, долбим его? Чё поделать? Армии у нас нет, но мы его долбим. Главное, чтобы он нас не убил. А там все нормально будет. Ну, он горит вроде неплохо, так что хорошо. Давай, давай, гори! Не бегай, а гори! Так, синие, работаем. Так, хорошо. Воскрешаем. Так, единорог. Давай помирай. Кстати, кто-то заберите пушку его. Молодцы. Так, те скотина надо гореть. Потому что вы горите очень-очень хорошо. Надо вас прожарить. Е-е-е! Чувствую, после этой арены я себе хорошенько затарюсь броней, оружием. О, наш старый добрый друг! Здорово! 100 лет тебя не видел. Уже 2 города разрушил. На арену аж попал.
Так, сейчас он будет кидаться этими камушками, кажись. И нам нужно вовремя, скажем так. Да, есть такое, старый друг. Хорошо, сейчас мы тут прогуляемся чуть-чуть, деньги соберем. Хватит кидаться этой херней. Или что нам? А, нам здесь просто надо убивать. Ха-ха-ха! Чё, думали? На лавочке запасных. Все весело. Ну чё, мочим. Заряжаем пацанов наших. И взрываемся. Ну, короче, анархия по полной. Тот дурак не должен до нас вроде докидывать. Ну, если чё, от одного удара я не должен помереть. Это все как бы предположение, но посмотрим. Так, валим, валим, всех уничтожаем. Так, ну вроде он не докидывает, это хорошо. А придется. А те ребята смотрят такие, о, круто, наших там соседей валит, наших друзей там, может быть, жену или сына убивают. А мы такие, о, арена, это же круто. Хорошее у них представление, скажем так. Так, да, уничтожать вот эти вот колонны, их там две штуки можно убить. Вот, теперь надо с другой стороны. Обалдеть. Как же я скучал по оверлорду второму. С его разрушениями и уничтожениями. Так, а тут у нас денежки, кажись, да? Да. Так, ты там себя хорошо чувствуешь, Йети? Кидайся бочками, но аккуратно. Сейчас я тебя подкину. Цели. Давай. Сюда. Ай, валим, 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 ребята. Нет, промазал. Кидай еще. Да ну, блин, кидай, дурак. Синие, работаем. Черт. Что там за жесть творится? Там синие живые, нет? Привет, ребятки, не ждали? Но неважно, все равно привет. Я буду дружелюбным, буду со всеми здороваться. Здрасте, и вам тоже привет. И тебе, и вам, барышня. Толстая и жирная свинья. В общем, и вам тоже привет, барышни. И тебе привет, милая леди. Мечом по голове. Тебе очень нравится мое приветствие, да? Я так и знал, что тебе понравится. Так. И вам привет, товарищи. А ну-ка, что если так? А если так вам... А чё, я не зря... А, у нас мана закончилась. Ну ладно. Я хотел вас особым приветствием порадовать. Но не получается, видите ли. Дела. Мне нужно бежать. Прихвостни надо собирать по пути. Понимаете? Так, вы будете умирать или нет? Я тут уже распинаюсь. Возвращайся на арену, варвар. Слышь ты, женщина, сейчас я туда на арену скину, пусть с тобой Йети разговаривает. Он будет моим адвокатом. Так, мочить. Все, последняя жертва пала. Осталось только завалить вот эти колонны и продвигаться дальше. Мочить. Глотнем чайку. Хорошо. О, нет, нет! Откуда он здесь взялся? Нет! Я его спасу! Это самый брутальный момент в игре. Я сейчас расплачусь. Как он бежал его спасать. Фу. Ну, я даже не знаю. Тут надо подумать.
А, людишки! Людишки! Есть ли у вас смысл убивать, кстати? Мне вот интересно, есть ли у вас смысл убивать? Или нет? Или нафиг? Ну, судя по тому, как у нас умирают войска, я думаю, смысла вас убивать нет. Хотя нет, жизненная сила. Может и есть смысл. Вот стражников в первую очередь надо валить, они кумарят. Деньги! Ребята! Деньги! О, быстро, быстро собираю, вы знаете, сколько тут денег. Черт! Надо было сразу туда бежать. Какого же? Столько денег. Ё-моё. О, а чё такое-то ты маленький? Так, а ты давай помирай, парень. Это что? А, логово синих. Ребята, забираем. И относим назад. Тебе это не спасет. Ну, несите. Мне еще вам надо указывать. Задание выполнено. Кучу людей можно убить. А ну их нафиг. У меня, в принципе, жизненной силы хватает. Денег только маловато. Ну ладно. Погнали домой. И глотнем еще чайку. А, хорошо. Обожаю, когда все идет по плану. А, что с заданиями? Все. А, как приятно вернуться домой. Класс. Так, тут все у нас, да, с заданиями. Или что-то еще нужно было сделать, я не помню. Ну ладно, на этом, думаю, все. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Но не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Да куда угодно. Всем спасибо за просмотр и пока.